вами график, график уборки. Сегодня второе, уборка еще идет. Первое отмечено. С 8 до 12 у вас уборка. Качество санитарной обработки Светлана Выборова проводит в руках салфеткой. Заместитель главного государственного жилищного инспектора Московской области протирает ручки дверей, домофоны, перила, все те места в подъезде, к которым жители домов чаще всего прикасаются. Среди адресов есть и те, на которые поступили жалобы от жителей на качество проведенной дезинфекции. В первую очередь Светлана Выборова оценивала то, в каком, в принципе, состоянии находится подъезд. Прежде чем проводить санитарную обработку, необходимо убраться в помещении. Таким образом, в ходе контрольного осмотра проверялась и работа управляющих компаний в целом. Санитарную обработку, дезинфекцию входных групп возможно проводить только если управляющая компания действительно следит за подъездами, своевременно проводит уборку в данных подъездах. Ну и, соответственно, управляющие компании сегодня продемонстрировали, как ими организовывается данная уборка. Мы проверили качество этой уборки. Также смотрим в ТСЖ, как проводится санитарная обработка. То есть мы ездим, выбираем кусками, но я пока не вижу, как эта работа организована планово. А мы говорим еще и о плановости работы. Потому что любые сбои, они говорят о следующем, что жители где-то подтверждают, где-то не подтверждают то, что работа действительно вообще производится. По итогу проверки у заместителя главного государственного жилищного инспектора Московской области остались вопросы. Не во всех домах дезинфекция проводится должным образом. О недочетах, выявленных в рамках контрольного осмотра, Светлана Выборова сообщит в своем докладе губернатору Андрею Воробьеву. Результат проверки показал, что на самом деле есть замечания к санитарной обработке подъездов со стороны управляющих компаний. Нужно более качественно отрабатывать задачу по санитарной обработке. Есть у нас дома, конечно, где качество достаточно высокое. По ряду управляющих компаний проведем отдельные встречи, совещания, беседы. В первую очередь будем отрабатывать с муниципальным бюджетным учреждением. Вопрос качества санитарной обработки МБУ ЖЭО Пушкина, руководитель Мурмуль Евгений Васильевич. У него очень большой жилфонд, поэтому качество санобработки желает лучшего. Все адреса, где качеством санитарной обработки комиссия осталась недовольна, посетят в ближайшее время еще раз, чтобы убедиться, что управляющая компания все замечания устранила. Также проверка остальных домов продолжится. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.